Здравствуйте, друзья! С вами Светлана, Герман и наш канал «Украшения и сказки». И сегодня я вас хочу познакомить с новыми материалами для украшений, которые я обычно отдаю в сказочный магазинчик. Пока я не могу снять о нем фильм, не получается чисто организационно, но я обязательно это сделаю позже. Итак, что я купила? Начну вот с этих перламутровых. У меня много здесь перламутра, как вы видите. Я приобрела вот такие два пакетика по 10 штук перламутровых колечек, коннекторов. Ну, я думаю, понятно, просто я один достану сейчас, чтобы было ясно, да? И так они выглядят. Так, очень симпатичные, тонированные. И под них я купила, как вы видите, такого же почти цвета вулканическую лаву. Ну, очень подходит вулканическую лаву. Наверное, я их буду комбинировать. И вулканическая лава 10 миллиметров, она в диаметре приблизительно. Есть здесь такие раненые вот штучки, я их, конечно, отберу. Вот, а остальные, как обычно, вот такие бусины. Так, также еще коннекторы двух видов, вот такие, я вам уже показывала, у меня такие коннекторы были, с двумя отверстиями, и вот на 5 отверстий, на одно отверстие вверху, такая подвеска, как бы коннектор, вот можно использовать и как подвеску, и как коннектор. Так, дальше две нитки гематита для проставочных работ наших, значит, золотистого цвета и обычный такой серенький цвет. Гематит тяжеленький, очень приятные на ощупь бусины. И три нитки различных цветов вот такого перламутра. Такого оливкового цвета, коричневатого цвета и, не знаю, светло-вишневого, что ли. Вот такие вот бусины. Я хочу сделать трехрядовое колье с разноцветными бусинками. И также я купила, мне просто понравились, с большими отверстиями золотистые бусины. Вот с короной, с такое изображение короны на них. Ну, форма мне очень нравится, такая плоская. Не знаю, как я буду их использовать еще, буду ли использовать, но во всяком случае в моей копилочке прибавилось таких бусинок. Итак, вот какие материалы у нас есть. Что получится, буду вам показывать. Или постепенно, или, может быть, если успею, то в этом же фильме покажу все украшения, которые я сделаю из этих материалов. Вот, друзья, что получилось. Первое украшение, которое получилось из новых материалов, которые я вам показывала только что. Итак, я использовала вулканическую лаву фиолетового цвета, перламутровые диски такого же приблизительно цвета. Также коннектор из перламутра с подвеской, ушко, которое я откусила и вклеила в серединку. Вот таким образом выглядит на изнанке. Таким же коннектором я закрепила здесь. Вот. Они чередуют. Серединка сделана на тросике. Использовала я гематит, вулканическую лаву и бронзовую фурнитуру. Дальше же у нас идут чередующиеся кольца. Вулканическая лава уже без шапочек, с гематитом, тонированным в золотой цвет. И так до конца. В конце у нас вот такой красивый крабик, замочек. Ну и бронзовое колечко с другой стороны. Сережки я выполнила из вулканической лавы. Обычные совершенно швензы. И внизу подвешенная также
еще одна бусинка гематита. Также получился и браслет. Он выполнен, повторяя чередование звеньев в колье. И вот такой браслетик 17,5 сантиметров получился у нас. Вот, на манекене сейчас покажу. На манекене можно наблюдать, кстати, очень красиво выглядит. Вот таким образом. Оригинальный комплект. И вот браслетик. Пожалуйста, браслетик на руке. Таким образом. Вот. Можно носить просто сережки с браслетом, можно браслет с колье или серьги с колье. В общем, как душе угодно. И, кстати, он не только летний, несмотря на перламутр, да, он может быть и может быть применен в любой сезон. Главное, чтобы одежда хорошо подходила под него или он под одежду. Вот, друзья, из следующих материалов я буду делать украшения из подобных же предыдущему украшению. Я уже приклеила сову к кулону, к подвеске. То есть у меня будут фиолетовые бусины вулканической лавы, гематит золотистый и вот эти совушки, которые по цвету подходят вулканической лаве. И буду использовать еще вот такие бусины. В итоге посмотрим, что получится. Может быть, я также вставлю такие же перламутровые, как и в прошлом украшении, кольца. Вот эти коннекторы. А может быть и нет. Ну, в общем, вот такое украшение из таких материалов я буду сейчас делать. Вот что получилось в итоге. Вот такое украшение. Кулон из перламутра. Сова. И такие же у нас здесь серьги. Я откусила вот эту петельку здесь. И у нас получился вот такой кулон. Собрала я здесь из гематита. Проставочные бусины у нас гематит. Вулканическая лава. 4 вот таких красивых бусины с коронами у меня есть. Вот так шагом через 2 бусины. Дальше идут, просто чередуются вулканической лавой гематит. В конце просто гематит, замочек, карабин. И далее точно так же. Ну и серьги, как вы поняли, да. Серьги, совушки и вулканическая лава в шапочках. Все. Сейчас посмотрим на манекене, как выглядит этот комплект. На манекене так выглядит этот комплект. Серьги и колье. Так, на шею. Вот. Так. Ну, такой летний стильный вариант. Друзья, я начала делать уже бусы трехрядные, вот из таких перламутровых таблеточек. Они у меня трех цветов, вот такого малинового, зелененького, ну, оливкового цвета. И вот такие вот коричневато-розовые, пудрового цвета. Я буду использовать, уже использую вот один вот такой коннектор. К нему, от него будет идти вот 3 нити, я уже сделала. И одна нить уже готова практически, я ее набрала. 3 таблеточки, жемчужинка
3 таблеточки жемчужинка, затем идут также с чередованием 3 бусинки и гематитовая бусинка 3. И опять 3 жемчужинки, 3 гематитовых бусины, и так вот до конца. Будет такой, и застежка будет асимметричная вот здесь. Рядом, то есть вот этот коннектор будет на боку, и все бусы будут расположены, все 3 нитки будут расположены вот так вот между собой, толкаясь обязательно. Вот здесь будет у нас застежка. Итак, посмотрим уже конечный результат. Так, друзья, вот что у нас получилось. Получился вот такой комплект. Я начну с сережек, они поменьше, на вот такие швензы сделала. 2 бусинки взяла пудрового цвета, такого коричневато-пудрового, и сделала с листиками и гематитом. Колье, ну вы уже видели, поняли, да, из каких бусин я делала. Вот как я их разместила. Здесь через 3 шага бусины, маленькие такие тонированные жемчужинки 2, потом под 3 3 бусины гематит и 3 звена таких с гематитом, и в конце опять с жемчужинками и гематитом. То есть все 3 нити я сделала одинакового размера, специально, чтобы они немножечко могли толкаться между собой. Здесь я не стала ставить обжимающие бусины, потому что мне кажется, что они смотрелись бы немножечко громоздко. Вот такой коннектор, который предполагается на боку асимметрично, или можно носить его сзади застежкой. Здесь идет у нас застежка, листик, и далее уже, значит, видите, я поставила здесь гематитовые бусины в начале, и они дальше пошли уже в таком же режиме, с таким же шагом, как я вам и показывала. Итак, сейчас посмотрим на манекене. Вот такой он и летний, и осенний. Такие даже, может быть, больше осенние тона здесь в этом комплекте. Хотя, в зависимости от цвета одежды, наверное, в любой сезон можно надевать этот комплект. Вот так смотрится этот комплект на манекене. Можно сбоку вот этот коннектор носить. Можно по-другому, сейчас посмотрим. Вот сначала сережки. Можно даже вот так носить его. При желании. Ну и можно, конечно же, перевернуть застежку назад. Будет красота вся сзади. А здесь будет у нас просто трехрядовое колье таблеточки. Вот, ну и можно посмотреть, сейчас попробую перевернуть наш манекен, как это будет смотреться сзади на шее. Ну, пожалуйста, так на шее очень даже красиво. Ну а вообще-то предполагается, конечно, вот такой вариант. Этого колье вот. Листик. Ну что, всем красоты, здоровья и удачи.